Ну а что бывает с тем, кто, невзирая на качество или цену, перебирает с количеством алкоголя? Видно на кадрах наших коллег из Казахстана во время дежурства на одной из дорог города Актюбинска, или Актобе, как правильно звучит название по-казахски, полицейских ждал, честно говоря, сюрприз. Что это у вас на ногах? Переодет, забыл. Маяк, все, наряд направься на мегу наряд направься. Водитель тут в нетрезвом состоянии, управляет за рулем. Да еще в коньках. Водитель ехал из торгово-развлекательного центра, где есть каток, забыл переобуться. Нарушителя разули на всякий случай и отконвоировали машину на штрафстоянку. В дальнейшем его ждет суд и лишение прав. Что характерно, за коньки ему ничего не сделают, в правилах ведь не прописано, как должен быть обут водитель. А вот за то, что сел пьяным за руль, лишение прав. По законам Казахстана на срок до 10 лет.